Я Леха. Я Дима. Нам необходимо во всем разобраться и все разузнать. Не знаешь чего-то, это, брат, исправимо. Давай загружай навигатум опять. На кого пойти учиться, чтобы с радостью трудиться и при этом стать успешным и богатым? Мы готовы поручиться, что в дороге пригодится умный гаджет, наш помощник навигатум. Замечательное воскресенье. Что, Димон, тоскуем? Да ну вообще, Лех, день сегодня какой-то бездарный. Слушай, а давай съездим на чемпионат сантехников. Чего? Ха, это как? А ты не в курсе? Сегодня ж Кубок России. Лучшие сантехники страны будут показывать свое мастерство. Да не, Лех, это неинтересно. Ну что они там будут делать? Гайки крутить туда-сюда? Уж лучше я тут от тоски помру. Димыч, ты помнишь, месяц назад у нас кран сорвало? Ха, помню, конечно. Я думал, у нас тут аквариум будет вместо квартиры. А кто нас тогда спас? Ну кто? Петрович. Так вот, Петрович тоже в чемпионате участвует. Надо ж его поддержать, как соседа и отличного сантехника. Ну это святое дело. Итак, первое задание. Замена радиатора на скорость. На старт. Внимание! Слушай, Лёх, а чего это тут Супермен делает? Каким он боком к сантехникам? Это не Супермен. Позвольте представиться. Сантехмен. Официальный символ соревнований. Очень приятно. Алексей. Дмитрий. Господин Сантехмен, вы не могли бы внести ясность? Мы тут с братом поспорили о вашей профессии. Он говорит, сантехник это скучно и непрестижно. Непрестижно? А что, по-твоему, престиж? Это когда тебя все уважают. Логично. А за что людей уважают? Ну как? Если ты нужен другим людям, тогда тебя уважают. Молодец, толково формулируешь. А теперь смотри. Куда бы ты ни пришел, везде есть системы водоснабжения, отопления и канализации. Так? Так. Эти системы надо смонтировать? Надо. Ремонтировать время от времени надо? Конечно. А то бывает кран как сорвет. И все это делает сантехник. Престижная профессия. Получается, да. Задание номер 2. Монтаж стандартного сантехузла. Внимание. И потом. Ты думаешь, среднестатистический сантехник – это такой угрюмый дядька в резиновых сапогах и с гаечным ключом в кармане? Да не, ну, я… Сегодняшний сантехник – это, как правило, молодой специалист с приличным образованием и широким кругозором. Он работает с современными материалами. В арсенале у него новейшее оборудование. Так что работа – одно удовольствие. Даже девушки справляются. Вон, Скворцова на первое место идет. Петрович пока на третьем. Кроме того… У сантехника есть определенные преимущества перед другими профессиями. Во-первых, мы работаем с живыми людьми, которые расплачиваются живыми деньгами. И поэтому мало зависим от всяких там мировых кризисов.
А во-вторых? А во-вторых, ты сам себе хозяин. Хочешь на предприятии работай, а хочешь частным образом. Как говорится, вольным стрелком. Здорово! Лёх, может мне в сантехники пойти? Вы еще расскажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать сантехник. А ты запоминай. Технический склад ума – это главное. Чтоб ты на любую систему только глянул и сразу понял, как все работает. Где могут быть проблемы и как их устранить. С физикой и математикой надо дружить, чтобы рассчитать, например, сколько секций батареи нужно поставить для отопления определенной жилплощади. Ну и, как говорится, руки должны из правильного места расти. Ты ее нежно крути, чтобы резьбу не сорвать. Да знаю! Ну что, проверим? Работает! Ну что я могу сказать? До профессионала тебе, конечно, еще далеко, но сантехнический минимум освоил. А им, я считаю, должен владеть каждый уважающий себя мужчина. Укажет верный путь в море тысячи профессий. Он поможет, он всегда с тобой рядом. Мы готовы поручиться, что в дороге пригодится умный гаджет, наш помощник Навигатум.